Привет, друзья! Сегодня я поделюсь с вами рецептом вкусного пирога, который в нашей семье все очень любят. И я надеюсь, что вы тоже не останетесь равнодушными, попробуете его испечь и обязательно напишите мне в комментариях об этом, понравился ли вам данный рецепт. Оторваться от этого пирога просто невозможно. Он настолько рассыпчатый, он настолько воздушный, рекомендую попробовать приготовить. Для его приготовления я беру 4 стакана муки, добавляю 10 грамм разрыхлителя и все аккуратно перемешиваю. Вы можете по вкусу добавить сюда еще и ванилин. Также я добавляю сюда неполный стакан сахара, добавляю 2 сырых яйца, 100 грамм размягченного сливочного масла и аккуратно все перемешиваю ложкой. Буду делать песочное тесто. Сначала все аккуратно дроблю ложкой и получается эффект небольшой крошки. Потом я начинаю тесто замешивать вручную, и тесто должно быть эластичное, не должно оно прилипать ни к рукам, ни к столу. Начинаю раскатывать скалкой. Далее на противень ложу пергаментную бумагу и немножко смазываю растительным маслом. Раскладываю раскатанное тесто на пергаментную бумагу и формирую бортики. Делаю мой будущий пирог в виде круга. Вы можете придать пирогу будущему любую форму. Он может быть у вас и в квадратной форме, и в вытянутой прямоугольной, но мне больше нравится в круглом виде. А для начинки мне понадобится творог. Добавляю опять же сахар по вкусу и аккуратно его разминаю, чтобы не было комков, чтобы это была однородная творожная масса. Прижимаю. И сейчас я с холодильника достану точно такое же песочное тесто, только с добавлением какао. Я обычно всегда впрок делаю такое тесто, потому что, ну, я уже сказала чуть выше, это наш самый любимый пирог. Пропорции заготовки такого теста впрок точно такие же, как и для теста, которое без какао. И такое тесто можно готовить впрок и на 2, и на 3, а то и на 4 пирога. Вкусовые качества у данного теста от этого совершенно не меняются. Распределяю все аккуратно по верху будущего пирога и отправляю запекаться в духовке. В своей духовке я его пеку в течение 25, максимум 30 минут при температуре 180 градусов. Пирог получается действительно очень пышным, воздушным, и сейчас я вам именно это и покажу. Вот такой он аппетитный. Я думаю, что если вы его приготовите хоть однажды, то будете готовить всегда потом в будущем. Пирог действительно настолько рассыпчатый, что просто оторваться от него невозможно. Поэтому будьте осторожны, следите за фигурой, не переедайте. Я надеюсь, мой рецепт вам очень понравится, и вы не забудете мне об этом написать. До новых встреч, с вами была я, Ксюша.